Вокруг КАМАЗа ходит множество легенд и мифов о том, что у нас грязное и несовременное производство, о том, что у нас нет места для молодежи и нет возможностей для развития, о том, что месяцами задерживают заработную плату и вообще работают одни неудачники. Я, как работник КАМАЗа, знаю, что это не так. И я вам сейчас это докажу. Работают одни старики. Работают очень много пенсионеров. Молодых нету. Или мало? Там тяжелый труд, и молодые вряд ли справятся. Там неинтересно, и там скучно. До армии работал год примерно. И вот с армии вернулся тоже сюда же опять. В универе еще, когда учился, совмещал. Полдня тут, полдня на учебе. Здесь на ПРЗ работают 3 года, на КАМАЗе уже 7 лет. Устроился юристом-консультантом 3-й категории. Поначалу думал, КАМАЗ, там старая организация, в которой работают старые какие-то люди. На самом деле нет, очень много молодежи. Мне 22 года, и я вполне доволен, то, что я здесь работаю. Нет, молодежи очень много на заводе. Ну, естественно, есть люди, которые дорабатывают свой период до пенсии. Пенсионеры, конечно, есть, без них никуда. Но здесь пенсионеры есть, от пенсионер значит дети, дети детей. То есть это уже работает семейное поколение. Наверняка есть люди, да, на которых это все, ну, с которыми это все начиналось. И этим людям в первую очередь там большое уважение и благодарность. Но, тем не менее, коллектив молодеет. Молодежь мы активно набираем, активно к нам приходят. Новый цеха у нас открывается, туда набирает молодой персонал. Сейчас даже обидно, приходят уже моложе, и ты начинаешь чувствовать себя немножко постарше. Мне кажется, так. Естественно, мне нравится. Если бы мне не нравилось, я думаю, я бы ушел. Здесь никого не найдешь, кому не нравится, я думаю. Здесь, как минимум, для молодого специалиста это способ развиться, чему-то новому научиться. В работе, да и в целом в общении, в жизни, в взаимодействии с другими людьми. Могу сказать, что многие руководители служб, руководители там отделов, в цехах также, то есть начальники цехов, мастера, очень борются именно за молодые кадры, потому что как бы, ну, это будущее, скажем так, в принципе, вообще предприятие. На заводе очень интересно, много познаешь. Молодежи нравится на заводе. Как я сама пришла, молодая девочка сюда. Мне очень понравилось. Я советую приходить людям сюда. Хорошая работа. В связи с развитием технологий и освоением новых моделей КАМАЗа, и в том числе благодаря большим вливаниям в закупку нового оборудования, приходят новые молодые кадры, которые в состоянии освоить новое оборудование и уже на нем показывать отличные результаты. КАМАЗ, не отчуждая старого, развивает новое, в том числе и омолаживая коллектив.